День добрейшего. Утро 29-е, да, мая 2021-го. Суббота. Едем по Люберцам. В общем, фишка в чем, братцы? Короче, тут прицеп будет стоять минимум неделю. Надо менять быки, эти, к которым мост крепится, их надо срезать, вваривать новые. Снимут наш мост, будут его смотреть. Быки повело, они уже заказаны, все. Ну, процесс не быстрый. Процесс кропотливый. Главное, чтобы сделали. Сделали на совесть. Вот. С арендой прицепа взять прицеп не получилось. Остается что делать? Вот. Неделю. Ехать домой. Либо здесь сидеть, в Москве. Ну, решили найти третий оптимальный вариант. Сейчас пока неделя. Как раз дочь школу закончила. Отлично. Пятый класс. А давно обещал в Москву. Я говорю, а давайте-ка вы собирайтесь и приезжайте. В общем, сегодня 29-е, получается, 1-го выезжают во вторник, в среду будет в Москве. Движение грузовых запрещено. Мы же уже не грузовые, мы же уже как легковая идем. Вот. Спасибо Вадиму. Любезно предоставил место, где можно переночевать, пожить эти дни, чтобы гостиницу не снимать. Все равно, говорит, квартира пустует. Вадим, спасибо тебе, брат, огромное. Короче, мы решили с пользой эту неделю. Вот, ну, чтобы тут не стоять в Дзержинском. На дороге там туда-сюда. Сейчас мы машину по Люберцам едем. Тут на 15 километров едем в одно потайное место. Там голову спрячем на недельку. И сегодня же рванем на Тракфест. Сегодня завершение. Ну, второй день, суббота. Вчера был первый, вчера не ездили. Вот так вот было дел других. Поедем сегодня. Воочию посмотрим, что такое Тракфест и с чем его едят. Заодно и поснимаем. В этом. Ну, в Ютубе-то, наверное, появится в порядке очередности, а там уже вот во всем остальном, там, в Бусте, туда-сюда, там, уже как бы в режиме онлайн. А в Ютубе уже выложим в порядке очередности. Сейчас туда, куда я еду, туда приедет Димка, кореш. Заберет. Заберет нас. И поедем, съездим, посмотрим. Так что вот такие планы. Вообще нам тут надо налево. Вот, поедем, посмотрим, на тачке посмотрим. На своей не едем, ну, как бы. Не знаю, даже не знаю, почему не едем, ну. Там без нас крутых машин. А мы какие? Какая у нас уже так?
Рабочая лошадка. Используйте второй поворот направо. А всяких траков там. Поверните направо. Поверните направо. Новомодных. И без нас хватает. Поэтому поедем на других, посмотрим. Короче, такие у нас планы. Потом вроде как к Димычу поедем там домой съездим. Покажу вам, если разрешит, хоромы. Барыга, не в слово. Съехать направо через 800 метров. У него там денек побичуем. Потом вернемся. В общем, программа насыщенная. Ну а потом, как по идее, к концу недели следующей мы уже прицеп заберем. Ну и, соответственно, все. Дальше еще июнь будем работать. А пока где это? Вот это в Люберцах, да. Катим по Люберцам. 8 утра, суббота. Тишина, спокойствие. Посмотрите, движения никакого практически. Все отдыхают. Можно ехать, балдеть. Это я эту штучку уже видел, вот эту вот беленькую, и на Поппи написано. Димыч, здорово! Привет! Мы едем на Тракфест. Так зачем дочь с собой привез, ты мне скажешь? Да я всю дорогу уезжал, от него так и не выехал. Вообще у меня сухо, это у тебя тут дождь. Да. Ну может сейчас мы до Тракфеста доберемся и это. Ближе к Ногинску только начался. Да. Ну там вот, смотрю, поэтому посветлее вроде. Может, сейчас закончится. Короче, едем мы посмотреть, что это за мероприятие. Ты был там хоть раз? Не, я тоже не был. Поедем, поглядим. Сканию сдали под охрану. Можно ехать, развлекаться. В этом году как так вообще получилось?
что ни я не работаю, и ты не работаешь, и как-то... И вообще... время, и вот тут, наверное, вот не зря же, да, все, что не делается, все делается хуже. Пу-пу-пу-ка, не дай бог такого, конечно, больше не делалось. Но вот, вот как надо, дай бог, чтобы вот сейчас все прошло, и больше все. Ставки пошли какие-такие, знаешь... Шоколад. Вот такие вот. Пошли работать, работать, работать. Пока поедем, погуляем. Посмотрим, что это такое за мероприятие. Шел был в прошлом году. Разукрашенные машины. Но. С обвесом. Но, ну, поэтому я свой постеснялся туда гнать. Просто ни о чем по сравнению с тем, что я думаю, там сейчас стоит. Поедем, посмотрим. Там у тебя есть тюнинг, только колпаки на передних, да, колесах. И висюлька по центру, которая... Весь тюнинг. Весь мой, да. Да. Рабочая лошадка, что делать? Сколько нам ехать еще? Я пока что еду, я же не по навигатору. Елки-палки. Лариса Ивановна, сколько ехать? 12 километров еще. Мне больше интересует, сейчас, когда мы в Егорьевское шоссе упремся, налево или направо? Лариса Ивановна сейчас все скажет. Лариса Ивановна говорит направо. Направо, потом куда? Направо, потом налево. И где она хочет переехать железную дорогу? А, направо. Не знаю. А, ну все, все правильно, а я лево, справа. Где-то хочет. У меня же, видишь, кверху ногами получается. Тогда все. Все правильно. А мы сейчас где? Красково. Красково какой-то. Короче, едем. Может, правда, дождик закончится. Ну, посветлело уже. Но такое. Уже, да. Чуть-чуть дышать власть. Можно. Зато хорошо, не жарко. Мы как посетители. Как участников нас не пускают. Ты слышишь, как и на этом, на рынке, в принципе, стоял. Так в прошлом году же было в этом, как на рынке там как раз и стоял же. А, на Фудсити? Да. Чем приехали? А где этот? Наконец-то. Вольвы вон стоят, вижу. Так, что нам куда? Сюда? Куда-то заезжай. Пойдем. Где тут? Прям все на траве. Место есть. Нет, так-то машин много, смотри. Посетителей много. Ну, прям с палатками люди живут, да? Огонь. Вот сейчас вот сюда, вот рядом с этим оздением. Давай. Над нашей площадкой, высоко-высоко над нашими головами. Друзья, давайте поаплодируем тому, что мы сделали это! Ура! А что он выше не летит? Он, кстати, кёгель. Дует теплый южный ветер. И раскачивает наш дирижабль. Что? Главное старается, конечно. Ну все, взлетел. Надо у оператора крана манипулятора спросить. А можно вот так вот покрутить его там? Быстро вот так вот вокруг, как карусель. Ну не нужно. Вам за руль надо здесь? Нет. Вы сначала идете в медпоинт, проходите алкотестирование, а потом за руль. Я не сомневаюсь, что вы пройдете. Червяк насажен. Бери удочку, лови, ну, Дим. Чё ты? Давай порыбачь. Вон уже червяков, всё. Закидывай, ну, чё ты? Там что-то, наверное, оформляться надо или чё? Не знаю. Я знаю, кто... Хочешь на кукурузу, хочешь на червя. А рукой нельзя словить? Сейчас поймаем. Да мы в кёгель заглянули. А что-то надо тут покупать, чтобы порыбачить? Что-то надо делать, чтобы порыбачить? Нет, только зарегистрироваться, что нужно в Инстаграме. А, зарегистрироваться, да? Рыбалка сейчас. Еще 20 минут, два. 20
время. Нужно без 20 в час подписаться на YouTube-канал. YouTube-канал Кёгель? Да. Да. Мощно, мощно, да, да. А это? Где Стас? Стас, наверное, мясо жарит. Короче, Стаса нету. А нет, это не Ионая. Это S500. Вот 620-я его. Точно. Это что было? А, видишь, Стас с прицепом здесь. Вот это я тоже знаю. Квадро Кёнинг. Этих пацанов... Да, этих пацанов я тоже знаю. Решил спалить каму. Все равно менять после рейса. Ой, запашок-то какой. А так это кама и есть, но если ты сказал, что решил спалить каму. Видишь, Е100 тут тоже есть. В принципе, хорошая карта, вопросов нет. Дальнобойщик РУС. О, Казахстан. 8-й, я даже не знаю, чей это регион. 8-й. Не помню. О, снова стасовские Вольвы. Где там? Да, вон красный кепка. Точно. О, аппарат, да? Огонь! Белгородские номера. Видишь, земляки мои тут тоже есть. Ого, Елена какая. Денис, Елена, что? КамАЗ, четырехдвухосник. Братья казахи. Все равно Скания рулит. На литье, все дела. Контрофейный. Ну, написано. Трофей реставрирован, видишь. Трофей Миман немецкий. Ё-моё. Евро 6? Это что, показать, как мы умеем загрязнять атмосферу или что? А? Чё не говорил? Тачка. Кузит, не дымит? Ему бы еще дым. А? Ему бы еще дым. Тут я же говорю, чтобы он еще дымит. А он какой, видишь, уверен. Он даже задом умеет ездить, ничего себе. Давайте среди водителей пройдем. Все-таки там, давайте. Павел Карлович. Это пятая. Вот.
если бы можно было шестые, я бы взял 770. 770 уже есть, конечно. А так нельзя было. Вот это только под евро 5. Следующий мотор уже все будет. Евро 6. Все такие маневры тут совершают. Наша служба и опасна, и трудна. А, не, этот. Так, если только пройтись, посмотреть. Да, он видишь, какой Некс, да, такой весь? Ну, да. На фуфурины тоже. Газельское братство. Тебе не кажется, что КамАЗ косит под тапа, да? Я имею в виду раскраска. Чем-то не без обид, но вот что-то вот как-то так. Короче, ждем. Там у нас трибуна. Стоит тут-то как-то так. Отделили, да, эти машинки, что-то непонятно. Ну, наверное, сейчас что-то начнется, он уже готовый, пацаны. Забег какой-то. Но. Я таких в этом видел. В Германии в этом музее. В Зинсхайме, вот. Ну там они уже припаркованы, здесь-то ж все на ходу. Не, вот это огонь, да? Копеечки. О, о, о. Шериф? Да-да-да. Че, и резина родная, да? Да. А где она столько времени стояла? Да, ну мы на трибуну. Пойдем гонки смотреть. 2021. Да, вот. В первом заезде у нас участвуют две Америки. Далее идет Европа, МАД и Вольво. А после них, дорогие друзья, что-то невероятное. Трактор, настоящий гоночный трактор из Екатеринбурга по прозвищу Пионер и Volvo Limited Edition. Volvo FH беленький. Это он с крыши вещает, что ли? А, нет, это он на фотке, да? С крыши кричит. Сергей из Челябинска на белом фредлайнере. Лева из Славгорода на синем фредлайнере. Скорость 110 км/ч. Сергей Белый Продвайнер 20,665 тысяч.
тысячных секунды скорость 101 км, 101 км в час. Вот, друзья, для первого заезда это, я считаю, очень даже неплохо. А где они? Ты люди мешаешь. Пробу поехали. Давай, присядем вот так. Присаживайтесь. 22 секунды синий фредлайнер. 21 секунда белый фредлайнер. Победил Сергей. Бывало. Сергей, видишь, а где они? Уже должна еще такая дамочка стоять. Такие. Дядька рукой машет. Дядька рукой машет. О, КамАЗ будет гоняться даже, видишь? Ман проспал. На автомате. А ман сейчас на этой. Всем непризнанным героям гоночной трассы посвящается. Стирая асфальт, дымятся колеса, летит по трассе Формулы-1 Фернандо Алонсо. Весь мир считал, что он непобедим. До старта в Сочи Формулы-1. Каждый знает Фернандо Алонсо, как он летает в своем суперкаре. Он признанный гений гоночной трассы, лучший пилот команды Феррари. А есть еще гонщик Анзор Мамаладзе, лучший водила на всем земном шаре. Он возит людей на маршрутной газели, но судя по штрафам, он водит Феррари. Фернандо Алонсо чемпион чемпионов, но круче Анзор его на порядок. Алонсо получает десятки миллионов, Анзор получает миллионы десяток. После победы Алонсо шампанским на пьедестале все обливались. После поездки с Анзором в Манцесту люди в маршрутке все обливались. Светят тормоза, дымятся колеса, Мамаладзе реально круче Алонсо. Почему Мамаладзе не в Формуле-1? Почему без славы бесстрашный грузин? Скрипят тормоза, дымятся колеса, в Сочи прилетел Фернандо Алонсо. Встретил его Анзор на газели, и полетели, и полетели. Одной рукой курит, в другой руке кофе, плечом прижимая к уху мобилу. Везет Мамаладзе Фернандо Алонсо со скоростью 300 по серпантину. Скрипят тормоза, дымятся колеса, вцепился в кресло Фернандо Алонсо. Перед глазами Фернандо Алонсо проносится жизнь Фернандо Алонсо. Скрипят тормоза, дымятся колеса, Мамаладзе подрезал два бензовоза. На скорости 300 вошел он в занос, и странно запахло от Фернандо Алонсо. Скрипят тормоза, дымятся колеса, рядом с Анзором сидеет Алонсо. От страха прижавшись к Анзору бочком, целует иконки над бардачком. Но тут внезапно газель Анзора на скорости 400 обходит Приора. За ней две девятки, шестерка и Нива, и за поворот уходят красиво. Алонсо в шоке, что это было? Ему отвечает маршрутки водила, что это Алонсо не показалось, это абхазская свадьба промчалась.
Но тут эту свадьбу обгоняет КамАЗ на скорости 600 километров в час. За рулем КамАЗа брат Анзора щебень везет на дачу прокурора. Но тут на скорости 1000 в час их обгоняет
дизайнера лучшего дизайнера Трокфест 2021 года. Поверьте, Северстан компания. Аккуратно, она тяжелая. Олег Ильич, нужна наша помощь. Вот такой победный знак мы вручаем лучшему дизайнеру, который подготовил множество машин. По версии Северскана лучший дизайнер Константин Кюльман. Роста, красоты, ну и, конечно же, как можно больше клиентов, которые приезжают на Трокфест и демонстрируют культуру грузового транспорта. Ура! Ура! Вторая номинация по версии Северскан. Самый стильный, самый интересный грузовик награждается Альберт, транспортная компания «Азимут». Это не просто так. Человек, который готовил машину, который старался, и который специально к Трокфесту пригнал ее в Алькантаре, это дорого стоит. Альберт, поздравляем! Спасибо. Спасибо. Кёгель нас кофе поет. Мы мерзнем, ходим. Спасибо, девушки. Попейте кофе бесплатно. Ой, нет, спасибо. Мы уже покушали. Давай попозже, когда действительно начнем собираться, я там подниму. Да окей, окей, я не буду. В общем, дождь всех разогнал. Время уже 7:30. Чё-то никакого награждения нету. Люди почти все разъехались. Кёгель, спасибо любезно нам. И кофе, и сосиски кушать не хочу, сколько хотите. Накормили, напоили. Спасибо, Кёгель. Ну что, Димыч? Ничего не происходит. Я думаю, что, наверное, надо рвать когти. Как тебе сосисочки от Кёгеля? Мне тоже кажется, что тут что-то ничего не будет. Бачицу у нас тоже не получили. Привет. Не, один там какой-то есть, там в садке. Шальной какой-то. Ни на червя, ни на кукурузу. Погода. Все испортила погода. Которая находится у нас за окном, мы перенесли в такое колуарное, теплое место, чтобы можно было с комфортом провести награждение Трокфест за звание лучший грузовой блогер 2021. Ура! Спасибо. Ну а здесь у нас
Это скромное. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами, что смотрите. Знаем, как это не просто для водителей забраться на метросредство. Первого из них в равной степени заслуживающих аплодисментов. Да, давайте так, кто ближе ко мне, того и первого зову. Хачуха! Спасибо, что приехали. Проект Супер ЗИЛ. Высовое первое место проект Супер ЗИЛ. Артур, участник фестиваля, участник прошлого года. Грамота от Кёгель, подарки от Кёгель, диплом участника Трэквест и подарки от официального дистрибьютора Total Hardcore Group. И третье место — Мария Мираж. Разделил с Марией Мираж третье место Экштейн Владимир, ваш аплодисмент. Второе место в номинации Инстаграм, также два участника. Это Катя на КамАЗе, которая забирает уже второй приз, второй диплом участника. Все, у нас тут. Я с Катей на КамАЗе второе место в номинации Инстаграм разделил дальнобой в деле. Переходим к первому месту в номинации Инстаграм. Жуковский 9154 Инстаграм аккаунт. Грамота от компании Кёгель, подарки от компании Кёгель, диплом участника за первое место в номинации Инстаграм, рюкзак КамАЗ Мастерс и от компании. Можно повернуться, пока на диплом. Видно, человек подготовился. Фирменные в цветах Трэквеста, черных, красных. Все как положено. Старался? Я вам тоже такая YouTube же просто в силу обстоятельств. Выполнка YouTube. Катерина Фантом. И подарки от официального дистрибьютора смазочных материалов Total, а также грамотно от компании Кёгель. Последнему по списку, но не последнему по значению, дальнобой в России номинация. И здесь у нас достаточно большое количество участников. Я так понимаю, что большинство участников даже здесь. Ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю лично. Третье место на Америке по России. Который сегодня стал победителем, показал лучшее время на дрэг-рейсинге грузовиков. Также и получает подарки за третье место в номинации. Следующее,
третье место это Траун 102 Рус. Диплом участника Трекфест, а также подарки от официального дистрибьютора смазочных материалов Тоталь, компания Art Oil Premier. Переходим ко второму месту, и здесь у нас также два призера. Второе место в номинации «Дальнобой в России» Алексей Жуковский. Все, Трекфест, до свидания. Спасибо за теплую встречу, хоть и погода подвела. Спасибо за подарки, было очень весело. Дим, твое впечатление? Да, все хорошо, все прикольно, весело. Кроме дождя. Да, погода. Дождь поганил. Ну, вторую половину. Смазал. Первая половина прошла вообще хорошо. Классно. Ну, вторая, конечно, вот как-то так. Все, поехали. У нас еще сегодня программа дальняя. И не только сегодня. Не будем рассказывать, да? Оставим интригу, да. Все, всем спасибо еще раз, кто голосовал, кто поддерживал. Без вас этих бы призов, этих мест, этих результатов мы бы не достигли. Призы попозже покажешь. Призы я уже потом в машине покажу. Если это разложить на всю Toyota, не хватит. Да, много чего, поэтому с призами потом уже, когда в Сканию доберусь. А в Сканию доберусь я не совсем скоро. У нас программа довольно обширная впереди. Так что всем, друзья, спасибо огромное. Всем вам дай бог здоровья, удачи. Ну, до новых встреч. Не прощаемся. А мы погнали. Видал? В нашу честь! Да. Ох, скобелоуха какая пошла!